Карвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это большая и дружная семья, так как инструкторы и члены клуба принимают участие в различных соревнованиях как внутри клуба, так и за его пределами. На днях инструктор тренажерного зала Владислав Терехов принял участие в первом Кубке Содружества Центральной Азии и России по всем направлениям фитнеса. Соревнования прошли в столице Узбекистана, Ташкенте. В итоге представитель Карвин Спортклуба завоевал звание абсолютного чемпиона в категории классический бодибилдинг. А в начале сентября в Бишкеке прошел чемпионат Азии по бодибилдингу, в котором приняли участие более 600 участников из 35 стран Азии. Одним из участников от нашей страны был и инструктор тренажерного зала Карвин Спортклуб Владислав Терехов. Благодаря упорному трудолюбию и тренировкам Владислав сумел войти в топ-5 лучших в категории классический бодибилдинг, что, несомненно, является очень высоким результатом. Мы поздравляем Владислава с успешным выступлением на этих турнирах. Отметило выступление Владислава и руководство Карвин-клуба. Управляющий Карвин-спортклубом Аванес Балян вручил чемпиону денежную премию и пожелал ему дальнейших успехов. Поздравляем вас от всей души. Спасибо большое. Желаю вам еще много новых побед. В общем, добро пожаловать в Карвин-клуб. Фитнес-клуб премиум-класса номер 1 в Кыргызстане.